Какие они здесь стандартные, вполне ядовые. Я для конкретной цели заготавливал. Котлеты буду сегодня делать вечером. Ну или завтра утром. Еще одного двух. А, еще ж посолить можно, соленый еще не делал. Так, ну, пожалуй, хватит. Котлетки сделаю, может, одного-двух посолю. Первым делом рыбка, которую посолить. Решил попробовать с местным луком диким. Так прям вдоль берега растет сплошняком вместо травы. Я мелко его не стал крошить, вдруг это не очень, чтобы удобнее было от него избавиться, если что. Но я думаю, должно быть нормально, все. Закрываю. Главное блюдо сегодняшнего дня. Котлетосики. У меня прям уже слюни текут. Так, ну эти ведро хватит. Сейчас потолще закинем, чтобы угли появились. У меня тут запас дров. Чтоб всегда сухие были. Такую закинем одну.
О, хорошо, когда много дыма. Мухи улетели все. Ну все, пока печка набирает мощность, займемся фаршем. Ничего себе гора. И на завтра хватит. Мука. Там вон лагерь чей-то стоит. Я пришел на речку порыбачить. У меня в планах было здесь стоять, занято. Никого нету. Но я думаю, встану пока здесь. Приготовлю еду. Если кто появится, будет против, ну, дальше пойду. Если нет, здесь заночую. Так, ну вот, печь вышла на номинал. Фарш я замешал. Что-то он это подуменьшился, когда я его замешал. Я ничего не откладывал. Масло. Наверное, можно откладывать уже. Я думаю, готово. Что-то подостыло. Туда полежка закинули. Черные точки, вон сковородки, это комары упали. Туда и не дорога. Муки не повалял. Ну и ладно. Сам не знаю, зачем вообще ее валяю. Ну их я тогда не буду валять. Там чуть правее желтой бани темное пятно, это медведь. Он сейчас был вот тут вот, прямо на косе. Я от плиты поднимаю глаза, он бежит уже в лес, меня увидел. Где мой фальшфейер? И гудок. Ну, как он отреагирует?
никак. Ну, в лес ушел. Ну, все, наверное, готово. Я тут еды наготовил. Теперь не знаю, оставаться тут ночевать или нет. Медведь вот, коса вот, 30 метров. Я вот сижу, готовлю, глаза подымал, он в лес бежит оттуда. Здоровый такой. Это вот эти геологи, туристы, это он местный прикормленный медведь. Ходил объедки сюда искать. Скорее всего. Картофельное пюре, котлетосики, чай. Сейчас поем и подумаю, ночевать здесь или нет. Вчера, пока ужин готовил, медведь приходил. Я на сковородку смотрю, глаза поднимаю, он такой бежит в лес. Видимо, меня почуял 30 метров. На елок добежал такой и палит меня. Я горном погудел, и он убежал. И 40 минут, когда уже ужин я поел, смотрю, опять тащится, идет, такой не спеша своим делам. Я его окрикнул, он там на задние лапы встал. Ну и это, больше никак не реагирует. Я опять горном убежал в лес. Ну вот 3-го раза я решил не дожидаться. У него там, видимо, такое намоленное место, там туристы, геологи. Решил не мешать ему, снялся ночью. Ну тут светло еще, такие сумерки. Но все равно по шиверам не очень ездить. Ибо на берегах даже днем стоянку нормальную не найти. Ну вот сейчас покажу, как стою. Моя стоянка. После того, как предыдущую пришлось медведю уступить. Просто на каком-то скальнике встал. Лодку даже не разгружал. Во 2:00 ночи только сюда пришел. Место тут красивое.